идеальное предложение только сегодняшнего дня. Самое актуальное, ведь все мы хотим идеальную посадку, стройные ножки и стильный образ, причем яркий. Все это подарят нам брюки из эко-кожи от любимого бренда Freya Collection. Брюки, которые называются Джанет. Представляет сегодня эту коллекцию эксперт телеканала Шоп-н-Шоу, рубрики «Мода» Елена Цветкова. Бренд Freya Collection сегодня как никогда в буквальном смысле идет в ногу со временем и представляет нам брюки. Это то, что мы с вами привыкли выбирать на повседневной основе. Брюки выполнены из эко-кожи. Это один из самых долгоиграющих трендов. Уже более 4 лет эко-кожа не сходит с модных подиумов. Но о том, чтобы мы были в здоровье, в комфорте и в тепле, бренд Freya Collection также позаботился, и брюки у нас, внимание, утепленные благодаря сжатому флису. И утепленные они по всему периметру. Сжатый флис, сухое комфортное тепло, отсутствие вот этой неудобной многослойности с колготками в холодное время года. До минус 15 вы спокойно можете носить только данные брюки. И не беспокойтесь за стройность ваших ног. Форма, привлекательность силуэтных линий сохраняется. При этом мы даже здесь очень грамотно прячем, например, животик за счет того, что здесь высокая линия талии. Мягкая эластичная лента спрятана в спинку для того, чтобы как раз решить вопрос вот прилегания. Часто бывает так, что брюки в поясничной зоне болтаются, а здесь это абсолютно исключено. Стройные подтянутые формы, ровная поверхность бедра и идеальное решение в целом на 365 дней в году. Я для себя выбрала терракотовый цвет, потому что я выбрала для себя блузу Орлеана от бренда Мегаполис. И терракотовый цвет, на мой взгляд, очень удачно подружился здесь вместе с активным леопринтом. Далее у нас есть бордовый цвет. Кстати, Арин, посмотри, вот бордовый цвет идеально подходит к цвету твоего платья. То есть в данном случае мы можем твое платье расстегнуть, использовать его как удлинение, накидку, и под платье можно надеть, например, базовый лонгслив, футболку или топ, и уже будет совершенно другое звучание образа. И два базовых, темно-синий, посмотрите, потрясающий сапфировый оттенок, и классика жанра, дерзкий черный, который всегда подчеркнет красоту вашей фигуры. Это главный товар часа. Каждый час у нас будет свой главный товар дня, скажем так. В данном случае это брюки Джанет от бренда Freya Collection из эко-кожи со скидкой 33%. За 1999 рублей вы получаете идеальные формы и трендовый образ. Итак, за 2021 год с Freya Collection к нам присоединилось более 40 тысяч новых телезрителей. Звоните, заказывайте. Посмотрите, цена сегодня снижена на 1000 рублей. Скажи, пожалуйста, как выбрать размер? В данном случае мы здесь выбираем четко размер в размер от 48 до 62. Посмотрите, у нас в бордовом цвете для себя наша модель Ольга выбрала в своем 54-м. Так. Рост Ольги 176 сантиметров. Длина брюк 106. Видите, идеально подходит модель для высоких модниц. Помните, я говорила вам о том, что мы здесь очень удачно будем маскировать, например, ярко выраженный животик за счет того, что здесь высокая посадка и глубина конструкции составляет 38 сантиметров. Этого более чем достаточно. Вот она, самая функциональная подстройка, это эластичная лента, которую увели именно в поясничную зону, чтобы брюки четко держались. Это идеальная дистанционная покупка без примерки, но в то же время, друзья, суперсервис на телеканале Шоп-н-Шоу. В течение 30 дней вы всегда можете вернуть или обменять товар, если он вам не подошел. Скажи, пожалуйста, Лен, насколько вообще сегодня кожаные брюки актуальны? Потому что я вот вспоминаю, 10 лет назад это был супер тренд. Вот как раз, знаешь, натуральная кожа была трендом 10 лет назад, а последние 4 года именно эко-кожа ворвалась в модную индустрию. Это один из самых таких вот прям востребованных сейчас трендов на подиуме. Это так появилось, полюбилось модницами во всем мире. Вот специально сделала для вас подборку именно стрит-стайл образов. Это то, в чем приходят модницы на неделю моды для того, чтобы запечатлеться благодаря папарацци, голливудские звезды на красную дорожку. В повседневной жизни, посмотрите, с обычной базовой футболкой или водолазкой, как сразу образ смотрится фактурно и уникально. Слушай, ну мы не в Голливуде живем, скажи, пожалуйста, насколько это практично, ведь зима у нас, и посмотри, сейчас на улице серость и слякоть, забрызгаем, запачкаем, как ухаживать за такой красотой?
простой. Ты знаешь, вот здесь нам понадобится только лишь наши руки и обычная влажная салфетка. Давайте прямо сейчас это с вами увидим в действии. Я эко-кожу обожаю носить, особенно в слякотное и холодное время года. Потому что, во-первых, любое загрязнение, видите, просто сносится влажной салфеткой. И ничего на поверхности не остается. Эко-кожа очень пластична. Посмотрите, я насколько максимально растягиваю, легко возвращается в исходное положение. Но это еще не все сюрпризы. Я сейчас хочу прям такой, знаете, активный узел завязать. Видите, да? Натуральная кожа нам бы это сделать просто не позволила. И когда я этот узел сейчас развяжу, вы видите, что ни одного залома на поверхности не осталось. Все ровное, гладкое и максимально идентично натуральной. Но в отличие от натуральной, эта гибкость даже в минус 15 будет сохраняться. Ой, мне очень нравится. За 1999 рублей это главный товар час. У нас каждый час новый главный товар. Поэтому успевайте звонить и заказывать. От 48-го он горит красным до 62-го размера. Слушай, ну многие скажут, сейчас, да, вот как моя подруга, она отказалась от покупки вот таких подобных брюк, потому что говорит, слушай, ну впереди холодно, брюки будут холодными очень становиться на морозе. Ну вот ты знаешь, вот то, о чем я говорила, вот натуральная кожа, она не показана к носке именно в морозы, потому что она очень плохо реагирует на перепад температуры, особенно на минус-минус, она начинает просто дубеть, и нам некомфортно. Здесь, смотрите, я специально полностью вывернула брюки наизнанку, чтобы вы увидели, прямиком от поясничной зоны забота о женском здоровье, утепление идет именно сжатым флисом. Класс. Почему здесь используют сжатый флис? Для того, чтобы, во-первых, брюки не придавали объема ногам, вы при своей стройности оставались. При этом сжатый флис, он еще больше спрессован и еще больше работает на нагрев от температуры тела и удержание сухого тепла. Слушай, до минус 15 здорово. Без колготок. Здорово. Скажи, а как стирать такие брюки? Мы с вами сделали эксперимент. Можно просто воспользоваться обычной влажной салфеткой, если, например, вас забрызгал автомобиль или проезжающий автобус. Если посадили какое-то сильное пятно, легко можно прокрутить в машинке. Единственное, гладить или отпаривать с изнаночной стороны. Скажи, пожалуйста, все кожаное нужно тогда приобретать сверху, там, снизу? Ну, смотри, везде. Видишь, мы стоим сейчас с девчонками, у нас абсолютно разные образы. Можно подключить сюда трикотаж, можно подключить костюмные группы, то есть у вас одни брюки и бесконечное количество образов. Сделайте первую покупку, начинайте именно с главного товара. Это главный товар этого часа. 33% экономии. Звоните и заказывайте прямо сейчас.